Приятного аппетита. За последние полгода в районах Подмосковья были обнаружены 11 трупов, подвергшихся трепанации черепа. У всех был вынут гипофиз. При жизни? Гипофиз при жизни? Вряд ли. Ну, слава богу. Все погибшие молодые девушки. Причина смерти – множественные ножевые ранения. Маньяк. Скорее всего. 2 часа назад на пустыре в коллекторе был обнаружен подобный труп. Дело передали нам. Ну что, походим? О, что так плохо выглядит девушка? Меня сейчас вырвет. Не, иди туда, туда иди. Давай, давай. Так, санитары, труп ФС. Ну что, совсем тебе плохо? Подожди. След от внедорожника. Ну это же старый след. Морозы ударили 2 недели назад. Тут кто угодно мог проехать. Шипованная резина. Слушай, ты знаешь, сколько стоит шипованная резина? Я хотел на свою поставить. Слушай, меня задушила жаба. Кто будет ездить на дорогой машине по таким местам? Все верно. Нам прислали данные найденных раньше жертв. Они опознаны? Да, все, кроме последней. Рядом не жили, вместе работали. Вот сейчас проверяю телефонные контакты. Пока глухо. Кидай половину списка. Хорошо. С
Смерть наступила около 2 недель назад. Причем жертва была убита не в коллекторе. Странно, почему человек, запросто извлекающий гипофиз, наносит множество ножевых ранений, большинство из которых не смертельны? Ну, одно дело препарировать труп, а другое дело убивать живого человека. Я посмотрела заключение судмедэкспертов по предыдущим жертвам и нашла интересную закономерность. Убийства совершались с определенной периодичностью. 2 жертвы в месяц. Ну, трупы находились не по порядку, время смерти не во всех случаях было определено точно, но, похоже, девушки погибали каждые 2 недели. А вот здесь, обратите внимание, белое пятно. Интервал между 5-м и 6-м трупом около месяца. Одну жертву еще не нашли? Или, может быть, она выжила? Тогда у нас может появиться свидетель. Галя, эта девушка была убита менее 2 недель назад. У нас остается очень мало времени. Твоя карта ничего не даст. Преступник мог вывозить трупы на разные расстояния с места убийства, безо всякой системы. Попытка не пытка. Кстати, все места обнаружения трупов сосредоточены на севере и северо-западе Подмосковья. Угу. Кроме обычных химических и биологических элементов, в грязи, в которой отпечаталось колесо, есть кое-что специфическое. Например, бараний навоз. В пробах грунта обнаружение 2-го трупа навоз тоже присутствует. Так, в интересующих нас районах всего 3 бараньи фермы. Здорово. Так, еще у нас тут частицы гравия, морских раковин мезозойского периода. А это еще откуда? Элементарно, Ватсон. Песок. Песок. Похоже, наш преступник катался по недостроенной дороге. Таких дорог миллиона, особенно за городом. Что-нибудь еще? Так, частицы лесной почвы с продуктами гниения, различные флоры и фауны. Экскременты лося. Лоси. Ареал распространения лосей есть. Дальше. Различные насекомые, сосновый перегной. Только сосновый? Да, кустарники нескольких видов трав. Из деревьев только сосна. Отлично. Сосновые леса. И что у нас получилось? Есть район, где присутствуют все факторы. Это же огромная территория. А ты что хотела? Адрес и паспортные данные? Доброе утро, Галина Николаевна. Доброе. Не выспались? Не ложилась. Всю ночь была на связи с нарядом полиции, который прочесывал территорию. Сочувствую. И не зря мучились. Ребята нашли подпольную операционную. Там найден еще один труп. Мы все-таки опоздали. Ребята, пойдем поможем. Иди, я буду внутри. Так, ну-ка. Давай, рассказчику, давай. Галина Николаевна, дом принадлежит некой Ирине Пуховой. Так немедленно ее к нам? Не получится, она умерла полгода тому назад. Но есть ее родная сестра, Алина. Вот адрес. Еле вытащили. Ребят, машину, между прочим, всю ночь толкали. Чуть дуба от холода не дали. Слушай, займись лучше делом, а? А я чем занимаюсь?
Я, между прочим, со сторожем местным беседовал. Он пьяненький, а я из него все равно полезную информацию вытащил. Ну и что? Он видел, кто сюда ездил? Да нет, не видел ничего. Целыми днями все в сторожке бухают. Так он мне говорит, что с лета сюда никто не ездит. Здесь же домов мало в поселке. А те, что есть, половина стоят недостроены. Председатель местного кооператива собрал деньги на строительство новой дороги. Я дорогу так и не достроил. Заморозили строительство до лета. Слушай, как же тогда этот гад сюда приезжал, а? Ведь снегу полно. Ну, я тут осмотрелся. Тут от леса можно проехать. Там снег неглубокий, вроде. Ладно, потом посмотрим. Погнали. Новый. Все, что ребята привезли из операционной, все стерильно. Хоть бы одни грязные перчатки завалялись или маска. Нет, нет, все чисто. У меня то же самое. Кажется, что-то нашел. Ну, наконец-то. Алина Пухова? Да. Капитан Котов. Константин Сергеевич, Федеральная экспертная служба. Очень приятно, но... А мне бы вам пару вопросов задать. А, конечно. Проходите, пожалуйста. Чашечку кофе? Да вы не отказывайтесь. У меня есть прекрасный муссонный магараджи. Заманчиво звучит. За последние полгода в разных районах Подмосковья найдено 11 трупов молодых девушек. У всех был удален гипофиз. Сотрудникам Федеральной экспертной службы удается найти загородный дом, в котором оборудована подпольная операционная. Хозяйка дома, Ирина Пухова, умерла полгода назад. У Ирины осталась единственная родственница, сестра Алина. Галя, это я. Время смерти девушки вчера с 17.30 до 18.30. Убита она не в операционной. Я думаю, ее туда привезли. Угу. В очень тесном багажнике. Какой кошмар. И вся эта гадость в Ирочкином доме. Увы. Ну вот, я испортила наш кофе. Ой, да ничего страшного. Уверяю вас, Ирочка к этому кошмару не имела никакого отношения. Она была такая доверчивая. Совершенно не разбиралась в людях. Я уверена, что это доктор, который снимал дачу. А чего за доктор? Ирочкин знакомый доктор Марушкин. Она сдала ему дом незадолго до смерти. И после ее смерти я решила оставить все как есть. А вы его... Знаете? Нет, но он звонил пару раз. А договор аренды? Не знаю, был ли он вообще. В Ирочкиных документах я его не нашла. Пожалуйста. Прекрасный кофе. Ну, хорошо. А у вас остался телефон этого доктора? А, да, конечно. Сейчас принесу мобильник. Вы пирожки-то ешьте, ешьте. Свежие, сама пекла. Черт, симка не авторизирована. Неудивительно. На халате из операционной следы пыльца от цветка рипслидопсиса. Это что еще за зверь? Кактус.
Возможно, преступник вешал в шкаф свою одежду, с которой пыльца попала на халат. Есть тут у меня один Марушкин, Владимир Адольфович, нейрохирург. Работает в частной клинике. Ого! У него больше 100 публикаций. Вот здесь есть его интервью в какой-то желтой газетенке. И Марушкин утверждает, что нашел лекарство от старости. Новейшая методика омоложения доктора Марушкина основана на извлечении из гипофиза донорского мозга. Наш клиент. Доктора Марушкина нет ни дома, ни на работе. Мобильный не отвечает. Арестов опрашивает народ в клинике. Но никто не знает, где его искать. Я ассистент доктора Марушкина. Корнеев моя фамилия. Очень приятно. Я как раз с вами хотел поговорить. А девочки сказали, что вы ищете Владимира Адольфовича. Что-то случилось? А вы не знаете, где его можно найти? Вообще-то знаю. Мне очень неловко. У него роман с нашей медсестрой Катенькой. Но я вас прошу, Владимир Адольфович женат. Понимаю, понимаю. А у вас есть ее телефон там или адрес? Вообще-то да. Владимир Адольфович всегда оставляет информацию, где его найти на случай экстренного вызова. Капитан Котов, Федеральная экспертная служба. Это возмутительно. Вы не имеете права меня задерживать. Так я вам советую добровольно сейчас поехать со мной. А то что, стрелять в меня будете? Очень надеюсь, что до этого не дойдет. Уберите руки. Полицейский беспредел какой-то. Это полицейский беспредел. И вообще я не похож на полицию. Давайте. Я буду жаловаться. Безобразие. Жалуйтесь. Не пахнет. Он и не должен пахнуть. А это тот самый кактус, пыльцу которого ты нашел на халате? Нет. Такой же, но не тот. Пыльца меняет цвет по мере созревания. У этого цветка пыльца недозревшая, светлая. У этого более темная, значит, зрелая. Послушайте, это возмутительно. Меня схватили, привезли сюда, заперли. Присядьте, пожалуйста. Нет уж, позвольте. Ваш сотрудник, этот амбал, выкручивал мне руки. Ваш ФС — это просто сборище каких-то хулиганов. Я вам не какой-нибудь рецидивист. Я порядочный человек. Если наш сотрудник вел себя некорректно при задержании, он будет наказан. Присядьте. Я надеюсь, очень сурово. Послушайте, а что значит при задержании? Что это такое? Трупы. Я заметил. Трепанация черепа. Мы тоже заметили. Скажите, вы были знакомы с Ириной Пуховой? Первый раз слышу. Однако ее сестра утверждает, что вы снимали у Ирины Пуховой дом. В этом доме мы нашли операционную, в которой были проведены как минимум 11 операций по извлечению гипофиза у зарезанных девушек. Да вы с ума сошли! Вы подозреваете меня! Меня! Хирурга! Вы дом снимали? Да нет, не снимал я никаких домов! У меня своих два дома! И никаких девушек я не убивал и ничего у них не вырезал. И тем не менее, мы будем вынуждены вас задержать до выяснения некоторых обстоятельств. Прекрасно. Значит, у меня есть право на звонок? Да, конечно. Но учтите, когда я сделаю этот звонок, вся ваша Шарашкина контора полетит в тартарары. Не буду вам мешать. Спасибо. Галина Николаевна, врет он все. Врет. В клинике 3 месяца назад кто-то удалил гипофиз у погибшей под ножом Марушкина пациентки. Скандал, естественно, замяли. Это тот самый труп, которого не хватает в графике. Я привез из клиники записи камер видеонаблюдения. У Марушкина нет алиби на момент последнего убийства. И он был знаком с Пуховой. Я посмотрел все записи посещений в клинике. Ирина приходила к Марушкину за 1.5 месяца до смерти. Отлично. Извини. Рогозина. Да, товарищ генерал. Ваша федеральная экспертная служба – это сборище хулиганов. Я вам не какой-нибудь рецидивист. Я уважаемый человек.
Нет, кажется, опять не он. Ну что ж, продолжим. Ваша фест — это просто сборище каких-то хулиганов. Я вам не какой-нибудь рецидивист. Я порядочный человек. Да-да-да, кажется, это он. Доктор, который мне звонил. Марушкин. Вы уверены? Ну, по крайней мере, из всех голосов, которые мы слышали, этот похож больше всего. Галина Николаевна, это Холодов. Да, я понимаю, но... Спасибо за консультацию. Всего доброго. Вы закончили? Да. Тогда будьте любезны, вспомните, где вы были вчера после 5 часов? В клинике, конечно. Странно. А видеокамеры зафиксировали, что вы выходили из клиники в 16:59 и вошли туда обратно в 19:32. Да. Вы меня просто запутали. Я ходил гулять, дышать свежим воздухом. Я каждый день гуляю по 2 часа. Встретили кого-то знакомого во время прогулки? Да нет. Но со мной был мой ассистент Корнеев. Вы спросите у него, он подтвердит. Спросим. Корнеев пропал. После встречи с Арестовым звонил кому-то на мобильник. Да, предупредил сестру, что уйдет ненадолго. Но в больнице так и не появился. И дома его нет. ФЭС расследует убийство 12 девушек, у которых был извлечен гипофиз. Эксперты находят подпольную операционную в загородном доме, принадлежащем умершей полгода назад Ирине Пуховой. Ее сестра Алина утверждает, что Ирина сдавала дом своему знакомому нейрохирургу Марушкину. Марушкин категорически отрицает свою причастность к убийствам и знакомство с Ириной. Единственный человек, который может подтвердить алиби Марушкина, его ассистент Корнеев, бесследно исчезает. Корнеев звонил на неавторизированный номер. Не тот, с которого звонили Алине. Черт. Котов задержал Марушкина, когда тот только приехал к любовнице. А что он делал до этого? Я спрашивала, говорит, гулял. Вроде недалеко от дома. Но подтвердить, естественно, никто не может. Корнеев мог позвонить Марушкину, чтобы предупредить о визите Арестова. Марушкин назначил ему встречу, ну и... Я нашел мобильник Корнеева. Он находится возле дома Марушкина, в парке. Отлично. Алло, Костя? Мы нашли мобильник Корнеева. Мобильник есть. Ни машины, ни Корнеева нет. Значит так, объявляйте машину в розыск, а я поеду осматривать квартиру. Да, я вспомнил. Она приходила ко мне около года назад. Несла какую-то чушь про омоложение. И все из-за этого мерзкого интервью. Проклятый барзаписец все переврал. Старость не радость? Именно. Кстати, интересная статейка. Про омолаживающие свойства донорского гипофиза. Господи, ну вы же медик. Вы должны понимать, что это все чушь собачья. Да я-то понимаю. Неужели вы думаете, что я мог такое сказать? Да я подал бы в суд на эту мерзкую газетенку. Но у меня нет ни времени, ни желания. А что именно вы говорили журналисту? Да я был очень выдержан в формулировках. Я сказал, что, может быть, когда-нибудь мы научимся контролировать процессы старения организма. Этот невежда сделал совершенно нелепые выводы. После этой гнусной статьи ко мне и стали ходить всякие психи. В том числе вот и эта дамочка. А что она от вас хотела? А молодица, естественно. У нее был роман с мужчиной, который моложе ее на 10 лет. Старуха уже. А тут даже, видите ли. Ну, я был чрезмерно груб с ней. Но что я ей мог сказать? Я же порядочный человек, я врач. Ну да, ясно, ясно. Последние полгода Ирина Пухова постоянно созванивалась с одним и тем же абонентом. Номер принадлежит Вадиму Витальевичу Погорельскому. Ну, симпатичный мужик. Вы были знакомы с Ириной Пуховой? Что значит «был»? С ней что-то случилось? Она умерла. Что? Не может быть.
Как? Когда? От сердечного приступа. Господи. Полгода назад. Слушайте, вы меня напугали, а? Это какая-то ошибка. Нельзя же так с людьми, а? Но... Черт, да что же она недоступна-то? Скажите, а вы когда ее видели последний раз? Вчера вечером я ее видел. Она должна была прийти ко мне час назад. Я уже волноваться начал. Подождите, у вас есть ее фотография? Фотография? Нет. Она не любит фотографироваться. Считает себя нефотогеничной. Послушайте, может, вы мне все-таки скажете, что случилось с Ирочкой-то, а? Это тоже? Как их? Рипсолидопсисы. Они родимые. Котов притащил из квартиры Корнеева. Ага, кажется, то, что нужно. Пыльца более темная, чем у тех двух. У этого экземпляра завершается цикл цветения. Именно его пыльца была на халате. То есть ты хочешь сказать, что это Корнеев врезал мозги в подпольный операционный, не Марушкин? Именно. Если только Марушкин в последние несколько дней не навещал Корнеева. Да нет. Я проверила записи камер наблюдения на подъезде Корнеева за последние несколько дней. Ребята, бросайте-ка все и проверьте, принадлежат ли вещи из этих двух пакетов одному и тому же человеку. Подожди, у нас новости есть. У меня тоже, я к Рогозину, и потом к вам зайду. Вы узнаете эту женщину? Ну да, это Ирочка. Только фотография какая-то неудачная. Но в жизни она гораздо симпатичнее. И в последний раз вы ее видели вчера. Да, да. Я же говорил. Она у вас часто бывает? Да, она скоро совсем ко мне переедет. Я предложил Ирочке выйти за меня замуж, и она согласилась. Адрес ее знаете? Адрес? Где-то у меня записан был, это метро Академическое. Хотя, честно говоря, я был там пару раз, и это давно. Слушайте, может, меня отпустите, а? Она может вернуться, не застать меня. Да вы не волнуйтесь. За вашей квартирой наблюдают. Если Ирина там появится, мы сразу узнаем об этом. Галина Николаевна, можно вас на минуточку? Да, конечно. Извините. Квартиру возле метро Академическая Ирина продала за месяц до смерти. Но самое интересное не это, а номер, по которому звонил Погорельский. Это тот самый номер, неавторизированный, после звонка на который пропал Корнеев. Телефон обнаружить не удалось, сигнала нет. Я думаю, что от телефона успели избавиться. ДНК из-под ржавых следов с расчески и сережек совпадают. Эти вещи принадлежат одной женщине. Фантастика. Сережки я выпросил у Алины. Она их оставила на память об умершей сестре. А расческа лежала в ванной у Погорельского. И он уверял меня, что Ирина ею пользовалась вчера утром. Я взял у Алины свидетельство о смерти сестры, документы на захоронение. Слушайте, но они в полном порядке. А у Алины есть фотографии сестры? Нет, а Ирина не любила фотографироваться. Так это получается, что Ирина не умерла? Кого ж тогда похоронили? Чертовщина какая-то. Надо проводить эксгумацию. Вот Антонова обрадуется. Ну да. Доброе утро, Валя. Ты сегодня рано? Да я не уходила. В 5 часов утра труп эксгумированный привезли, так что пришлось работать. Валя, доброе утро, Галина Николаевна. Доброе. Это труп не Ирины Пуховой. ДНК трупа и ДНК с вещей Ирины не совпадают. Тогда кто же это? ДНК близкородственный. Я думаю, что это ее сестра Алина, так как других родственников у нее не было. Подожди, а тогда с кем же разговаривали наши ребята? Так, срочно подними мне всю информацию по Алине Пуховой. Хорошо. Алло, ты извини, пожалуйста, что я тебя разбудила. Нам срочно нужна Алина Пухова. Бери ее и вези к нам. Давай. Слушай, Галь, в медицинском заключении о смерти Ирины Пуховой сказано, что она умерла от острой сердечной недостаточности. Я связалась с ее лечащим врачом, и она подтвердила, что действительно много лет Ирина страдала сердечным заболеванием. Но на всякий случай я сделала токсикологические анализы ткани трупа. И могу тебе сказать, что она была убита. Как? Она была отравлена. В ее тканях содержится сильнодействующий сердечный препарат, который был ей категорически противопоказан.
ФС расследует убийство 12 молодых девушек. Эксперты находят подпольную операционную, где жертвам делали трепанацию черепа и удаляли гипофиз, и хирурга, который проводил операции. Но он бесследно исчез. Дом, в котором оборудована операционная, принадлежал умершей полгода назад Ирине Пуховой. Сотрудники ФС находят любовника Ирины, Вадима Погорельского. Вадим утверждает, что Ирина не умерла. Он видел ее накануне вечером. Опоздали. Галина Николаевна, похоже, она смылась. Да-да, я проверил. Машина во дворе. Нет, это не та Алина. Это не та женщина, с которой я разговаривал. Та гораздо больше была похожа на сестру, на Ирину. А я думаю, наоборот. Ты разговаривал с Ириной Пуховой. Скорее всего, она похоронила Алину под своими документами. Нет. Женщине, с которой я разговаривал, никак не может быть 52 года. Ну, знаешь ли, женщины иногда выглядят моложе своих лет. Да, бывает, что и моложе, но не настолько же, Галина Николаевна. Ну что, ей удалось омолодиться с помощью вырезанных мозгов? Я в это не верю. Да я тоже не верю, но факты налицо, вернее, на лице. Она, знаете, такая даже хорошенькая. А что, женщина в 52 года не может быть хорошенькой? Эта хорошенькая женщина зарезала, по крайней мере, двух девушек. Я изучил одежду, обувь, привезенную из квартиры Алины или Ирины. В общем, я обнаружил на подушках ее ботинок следы двух последних жертв. А в машине следы перевозки как минимум четырех трупов. Получается, она убивала девушек. А Корнеев извлекал из их мозга гипофиз. Ну зачем? Ну я понимаю, Ирина может поверить в подобное омоложение. Но Корнеев, он же врач. Извините. Котов. Да. Да, хорошо, я тебя понял, я бегу. Арестов звонил. Камеры ГИБДД засекли машину Корнеева. Причем на одной камере машина есть, а через 3 километра дальше по трассе. На следующей камере ее уже нет. Машина пустая, товарищ майор. Я вижу. Оставайтесь здесь. Прием. У меня Корнеев без сознания, но живой. Кто-то по голове удолбанул. Вызывай скорую. Конец связи. Экспертная служба, майор Арестов. Вы задержаны по подозрению в убийстве. Он хотел меня убить. Я защищалась. Корнеев жив, в отличие от девушек, которых вы зарезали. Я никого не убивал. Не убивал. Но все равно сядешь, как соучастник. Мы можем доказать, что вы виновны в смерти девушек. Да, я убивала, но у меня не было другого выхода. Поймите, я люблю Вадика больше жизни. А он младше меня на 10 лет. Вкусно пахнет. Мое фирменное блюдо. Хочешь вина? Да. Очень.
Посмотри на меня. Почему? Я старая и страшная. Зачем мне нужна тебе такая, Вадим? Ну, началось. Ира. Ира. Давай не будем портить друг другу вечер. Я чувствовала, что он меня скоро бросит. И тут мне попалось интервью в газете. И я пошла к доктору Марушкину. Ну, пожалуйста, помогите мне! Да я же через несколько лет совсем старухой стану! Да что вы хотите, чтобы я вам пересадил яичники обезьяны, как профессор Преображенский? Мне все равно, умоляю, я знаю, что вы можете, вы сами говорили! Да ничего я такого не говорил, это все чушь собачья! Ну что ты стоишь, убери от меня эту психопатку! Если сюда проникнет хотя бы один идиот жаждущий, омолодится, я уволю всю охрану и найму спецназ! Из-за этого подставили Марушкина? Да. Это он во всем виноват. Если бы он тогда мне помог. Но Марушкин сказал правду. Методики омоложения не существует. Нет, она существует. Корнеев пожалел меня, и мы встретились с ним в тот же вечер в кафе. И он признался, что методика существует. Марушкину велели держать ее в секрете. У него был правительственный заказ на сыворотку. Но Корнеев знал технологию. И согласился делать сыворотку для меня. И вы начали убивать. Нужны были свежие трупы. Я попыталась купить труп в морге, но это было очень дорого и опасно. И вы решили, что убивать проще, дешевле и безопаснее. Да, но Корнеев ничего не знал. Ирина говорила мне, что покупает трупы в морге у знакомого патологоанатома. Криминальные трупы? Со следами ножевых ранений? Не морочь мне голову. Ты же знаешь, что это невозможно. Я начала принимать сыворотку. Вы себе не представляете. Это невероятно. Я помолодела на 10 лет. Вы должны меня понять. Неужели вам самой никогда не хотелось повернуть время вспять? За что вы убили свою сестру Алину? Я не хотела, но у меня кончились деньги. Все, что у меня было, я потратила на оборудование для операционной, а Корнеев требовал все больше и больше на препараты, приборы. От Алины мне досталась квартира, и я смогла ее продать. Но поймите, мне необходимо было, чтобы Корнеев продолжал работать. Вадик сделал мне предложение. Что ты делал с гипофизами трупов? Ну? Ну! Хорошо, хорошо. Я мечтал изобрести лекарство от рассеянного склероза. На Западе? Да и у нас тоже. Элита медицинского мира на ушах стоит, пытаясь это сделать. А у меня почти получилось. А как же методика омоложения? Да нету никакой методики и быть не может. Я бешеные деньги вбухал во всякие витамины и антиоксиданты для этой старой дуры, чтобы она продолжала мне верить и поставлять материал для исследований. Материал? Какой материал? Где это были молодые? Мои прекрасные девушки. Стоп! Успокойся. Этот гнус все равно сядет. И надолго. А тебе выговор ничему. Пошел, пошел. А ведь почти получилось. Что это? Методика омоложения. Да нету никакой методики и быть не может. Я бешеные деньги вбухал во всякие витамины и антиоксиданты для этой старой дуры, чтобы она продолжала мне верить и поставлять материал для исследований. Значит, это все неправда. Да? Это неправда. Вам 52 года, и ваша старость
пройдет не в самых лучших условиях. Вот это я вам обещаю.